На главном западном курорте России начинается Кевин 2016. Голосящий Кевин улетел, но вновь вернулся к нам в курортный город Светлогорск, Калининград. Итак, мы находимся в эпицентре событий. Позади меня ковровая дорожка, по которой проходит кто? Наша местная знаменитость Олег Газманов. И делает свой знаменитый пируэт. И это только на первом городском.